Так, вот звонит парень, который прислал мне лестницу. Алло, да, слушаю. Алло, это полиция вам беспокоит. По поводу чего еще раз? По поводу лестницы. А, понял. А скажите, пожалуйста, пришли, да, не так понимаю? Да, да, да. А какие там лестницы пришли? Краузы, как 3, я и заказывал? 3х14, Крауз Корда. Две штуки, да? Да, да. Просто у меня тут в заказе как-то непонятка, блин. Одна простая какая-то неизвестная 3х14, а другая... Не, Крауз Корда две штуки. А номер заказа какой не продиктуете? Есть могу у вас? Продиктовать. Если вам не сложно. А, ну если номер заказа сам или номер декларации? Ну, номер заказа продиктуйте. Есть возможность? А, ну-ка, сейчас. И там надо, скажите сразу, там у вас может видно, сколько к оплате идет. У меня здесь написано одна сумма, а там я не знаю, что-то вроде другую они мне смс-ку прислали, чтобы это все совместить. Ну, 11600 лесенки. Так. Ну, вот у меня пишет информация об отправке, типа ссылки, так, нет. К оплате получателям 12594 гривны. 12590, грубо, 13 тысяч, да, грубо? Да. Хорошо, а номер заказа гляните, чтобы совпадать, ну, чтобы я тоже знал, бы у меня менеджера пока туда-сюда, чтобы я знал, что заказ, чтобы они глянули в интернете. 56. Так. 89. Так. 43-63. Спасибо, постараюсь сегодня посмотреть, там еще пару дней, насколько я знаю, завтра гляну, может сегодня просто не успеть. А, я понял. Хорошо. Хорошо, да, декларацию я от вас получил, все, лестнички гляну, все, порядок. Да, до свидания, хорошо, да. До свидания, удачного дня. Все, доброго. Ну, как я, получается, смотрите, вот, внимательно, телефон вот его, вот телефон, который только что вот он звонил, он находится вот аренда Днепропетровске, ой, опять не то, нажал. Вот, аренда в Днепре. Вот я открывал, вот его телефон находится, да? Его телефон, значит, совпадается. Ну, вот я заказал лестницу Краузе 3х14. Ну, и реально их, ну, именно корды не бывает в природе, только три била. Вторая лестница вообще непонятна какая-то, цены одинаково. Вот, сделаем конкретно видео, именно конкретно какие он лестницы мне прислал. Я хочу посмотреть, просто вот, сегодня, не знаю, наверное, тоже не успею, но вот завтра обязательно добавлю это же сюда же видео, вы посмотрите, какие лестницы пришли. Ну, так как я в них разбираюсь, ну, думаю, это какая-то подделка. По такой дешевой цене подделка. В общем, смотрите дальше. Дальше будет показано про лестницы, и мы разберемся, кидают они или не кидают, приклеивают наклейки или не приклеивают. Продолжаем. Лестницы Краузе, которые мы заказывали. Ну, это лестница не Краузе, а просто Кентавр с наклейками Краузе. Пришла истинная подделка, я вам скажу. Это лестница не Краузе, к сожалению. Да. Лестница Кентавр 3х14 обычная, но не Краузе. Я оставлю ссылочку на точно такие же лестницы у нас на канале. Обычно либо практика, либо крок, точно самые такие же. Краузе 3х14, корда не бывает. Продолжаем запись. Вот, скажем, такая же самая лестница, которую вы видели только что, только желтыми колпачками. Она называлась Кентавр, это называется крок. Никак не Краузе. Никак не Краузе. Вот на магазине здесь стоит, и если в интернете стоит 5800, то здесь вот 5500 в розницу стоит. Я не знаю, без доставки, без ничего. Если учитывать, что наклейка Краузе, тогда у нас мусорка тоже Краузе вот у людей получается.
Вот, лестница обычно у людей в розницу вот стоит в продаже. 5300. В интернете с наклейкой Краузе такая же лестница. 5800 плюс доставка. 6300 получает. Короче, будьте осторожны, потому что там много брехунов. Продолжаем запись. Вот здесь вот на этом, на промуа мы сделали заказ. Вот номер заказа. Аренда в Днепре. Вот аренда в Днепре выпускает нас на вот этот вот сайт. Вот здесь мы заказали лестницы. Как они называются? Краузе. У них тут Краузе, просто все, весь сайт в Краузе. Вот такая наклейка на лестнице была, как вы видели, это однозначно. Корда то же самое вот у них была. Вот. Значит, лестницы вот здесь вот в кабинете промо заказаны, значит, 3 на 14 Краузе. Вот. Видео вы видели, это обычный кентавр. Обычный кентавр. Также только что я вам показывал крок. И точно такая же есть практик. Отличается только, отличается то, что мы сегодня видели. Вот такой вот наклейкой Краузе. И все. Остальное все соответствует другим лестницам. Значит, получается, на данном сайте, ну, кидалово или не знаю, обманывают людей реально, потому что Краузе лестницей там и не пахнет. Одно название только. Если приклеили наклейку, лестница Краузе не становится. Так, значит, телефон. Вот по этому телефону мы сейчас будем звонить и спрашивать. 098-894-31-32. И спрашивать, почему ж так с нашим заказом получилось, прислали нам лестницы кентавр. Секундочку. Вот телефон 068-894-31-32. Громкая связь. Ну, реально получается, мне сказали 12, надо 500 заплатить за них сегодня. Ну, 12-500, ну, это просто, это получается. Ой, 11-750 заплатить, это если еще добавить. Ну, грубо говоря, получилось, что это 12-500, это 6-250. Здесь в розницу данная лестница. Стоит 5-500. 5300 можно сторговаться. Вот за такую же самую лестницу, которая пришла за 6250 через интернет. Единственное, то наклейка Краузе была. Ну вот нет, пока не хочет трубочку брать. Так они работают, я так понимаю. Ну тогда, конечно, удобно так. Это, грубо говоря, они еще взяли ее дешевле, того кентавра, и накрутили сумасшедшие деньги только за счет одной наклейки. Так. Включимся чуть позже, потому что или пускай они перезвонят. Так, вроде бы они позвонили. Теперь звоним еще раз им. Набираем номерек. Алло, здравствуйте, по поводу лестниц. Да. Вот я сегодня, смотрите, заходил, смотрел, но там что-то под... или кто-то перепутал, потому что лестница кентавр, а не Краузе. Это как вы? Или перепутали, или почему? Потому что, ну, тут кентавр в Черкасах, в розницу, на базаре, на ОПС-базе 5300 стоят в розницу. 5300, 5500, как сторгуешься. Ну, вы прислали, грубо говоря, кентавр мне, и получается с доставкой дороже. Зачем мне такое надо? Думаю, доставки перепутали. Ну, я не знаю. А, не та. Там же наклейки Краузе есть, да. Ну, лестница кентавр, я все размеры, вес проверили прямо там на весах. Или кто-то наклейку, или это подделку кто-то вам дает, я не знаю. Как-то так получается. Ну, получается, не перепутали. О, наклейку кто-то Краузе наклеил. Такое может быть? Нет, такого быть не может. Ну, лестница кентавр. Я вам вот реально поехал в Черкассы, смерил, все завесил. И просто наклейки Краузе, как бы это, ну, не годится такое. У вас есть Краузе лестница? Или просто у вас вы такую лестницу посылаете только? Нет, ну, у нас Краузе,
Кентавр или Кентавр, это две разных лестницы. Лестница Кентавр одинаковая, но я еще раз говорю, я свесил ее на почте, размеры, все снял, написано Краузе на ваших лестницах, поехал на базу УПС, точно такая же лестница, точно такая же размеры, Кентавр стоит, синие колпачки, 3х14, все как положено. Даже шлейки одинаковые. Как же может быть Кентавр с Краузой одна и та же? Ну, на вашей Краузе. Так, сейчас буду туда разбираться на складе. Ну, это я как не знаю, или там кто-то подделку у вас сделает, потому что это ну, не Краузе. Я понял. Хорошо, что буду разбираться на складе тогда. Да, наберите, пожалуйста. Хорошо, хорошо, обязательно. Какой конкретный брехун? В общем, как вы видите, человек сам не знает, что продает. Ну, лестницу он продал Кентавр. Накрутили на ней сумасшедших денег, написали, прилепили наклейку Краузе, и у них полный порядок. Ну, я так думаю, что еще? Я дам ссылочки чуть ниже в описании, именно на лестницу Крок, есть лестница точно такая же, как прислали, есть лестница Практика точно такая же, как прислали. И они все находятся, ну вот, например, если взять вот здесь вот посмотреть контакты, вот, да? Контакты, как они пишут, Днепр, вот, аренда в Днепре, у них так и называется, Днепр, вот видите, город Днепропетровск, там самые главные поставщики на лестницу Кентавр, Практика и Крок, это три одинаковые лестницы, 3х14, отличаются только колпачками. Смотрите аккуратно, не ведитесь, я ссылочки сброшу на Практику, сброшу на Крок. Если вам, ну, точно такая же лестница, только с синими колпачками, Кентавр. Кентавр, у меня просто нету возможности сейчас пока ссылочку вам скинуть. Ну, вот этот сайт обманывает людей. Будьте осторожны. Всем удачного дня, до свидания. Продолжаем дебаты по лестницам. Вот номер, вот этот номер. Заказали лестниц. Трубочку не хотят брать. Вот у них на сайте, на этом сайте написано, что здесь у них Краузе. На самом деле, ну, мы связались с представителями Краузе отдельно там в Киеве. 3х11. Алло. Алло. По поводу лестницы вы звонили, что там? Да. Так, да, но я вот смотрю на Краузе, вы не то отправили. Причем тут я вам заказывал лестницы Краузе, вы отправили лестницы Кентавр. Как это то отправили? Подождите, я еще раз говорю, вы отправили лестницы Кентавр. Я вас спросил Краузе, я разбираюсь в лестницах, у меня есть лестницы. Я вас спросил отправить лестницу Краузе. Ну давайте хорошо, я вам пришлю фотографию лестниц, которую вам этот. Ну потому что лестница Кентавр, обычная Кентавр, синие пластмассовые колпачки, даже не темно-красные, они должны быть с резинками, как на корде. Обычный пластик идет. Обычный размер, как и Крок, как и Практика. Мне такая лестница не устраивает. И Кентавр мне тоже. Мне Краузе надо было. Я вас спросил Краузе. Вы сказали, я вам пришлю Краузе. А прислали Кентавр. С наклейками Краузе, я извиняюсь. Если приклеить наклейку, но это не значит, что от этого она станет Краузе. Вы не написали на отказ? Я, да, написал, что это подделка, мне подделки не надо. Если вы можете прислать мне Краузе в такой цене, то я только буду за. Вы будете перезвонить мне или что мне? Как мне, ждать Краузе мне от вас или нет? Да. Я жду от вас тогда звонка. Хорошо. Ну, в общем, ляпотит он непонятным языком, что у него там, Краузе, не Краузе. Короче, не хотят попадать на доставку. Но на доставку они по-любому попали, потому что это подделка. Внимательно смотрите в Днепропетровске телефоны. Здесь Краузе и близко нету. Здесь полностью кидалово. Не умеет лестницами торговать. Ну, вообще, обманывает весь народ. Внимательно будьте, чтобы вас не надурили.